Добро пожаловать в пространство под напряжением. Напряжение – это сила, которая заставляет электрические заряды двигаться. Оно необходимо для того, чтобы создать электрический ток. А электричество необходимо, чтобы создавать электроакустическую музыку. Здесь, на сцене Рахманиновского зала, размещены различные девайсы, с помощью которых аудиальные элементы преобразуются в визуальные, и наоборот. В этом концерте важно не только слушать, но и смотреть, поэтому настройтесь на активное восприятие большого потока информации. Благодарим наших партнеров, Фонд поддержки культурных инициатив, а также телевидение Московской консерватории за помощь в реализации проекта «Под напряжением». Тексты композиторов о пьесах можно найти на нашем сайте, для этого воспользуйтесь QR-кодом на экране. На нашем сайте. Концерт откроет пьеса композитора Николая Попова «Ди». Название сочинения отсылает к буквенной нотации, где «Ди» соответствует ноте «Ре». Это основной звук произведения, что-то похожее на ось, на которой располагается весь музыкальный материал. Такая техника композиции известна со времен Средневековья, и в пьесе Попова она переосмысляется за счет использования им нескольких разновидностей перкуссии в сочетании с электроникой. Среди ударных инструментов в произведении представлен один необычный объект – тормозной барабан от автомобиля «Жигули». Николай Попов «Ди» для ударных и электроники.
Напряжение может возникать из-за давления, и именно этот фактор изучают в своем произведении композитор Роман Пархоменко и видеохудожница Александра Голикова. Давление – это физическая величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности. В психологии давление может означать эмоциональное напряжение, вызванное требованиями или ожиданиями других людей, которое может привести к стрессу и негативным эмоциям. Если источником давления становится городская среда мегаполиса, огромные пространства, постоянные шумы, взаимодействие с большим числом людей, а также тактильные ощущения, вибрации, частая смена температуры и другие характеристики объектов, все это отражает идею сложного психологического состояния, которое испытывают многие жители города. Роман Пархоменко, М для 5 исполнителей электроники и видео. Thank you.
Thank you.
пьесе Антона Светличного используется пьюрдата, среда, в которой создаются интерактивные аудиовизуальные элементы. Этот язык программирования известен с 90-х годов и до сих пор используется в современном искусстве, от визуализации данных до создания музыкальных инструментов. Электроника в произведении реализована композитором. Дополнением к пьесе стала световая партитура, сделанная командой ЦМ с помощью специального расширения. Материалом для сочинения послужила музыка из «Лебединого озера» Петра Ильича Чайковского. В пьесе происходит состязание человека и компьютера, где партия исполнителя прописана довольно свободно, почти импровизационно. MIDI-клавиатура используется здесь не только как музыкальный инструмент, но и как устройство, передающее различные команды. В отдельных эпизодах пьесы нажатия на клавиши изменяют тембр и влияют на высоту звуков. Антон Светличный, «Лебедь сдох».
Thank you.
Произведение Алексея Наджарова за Literacy Campy, Science for People, Ликбез Компания, Наука для людей, создавалось как часть коллективной работы российских композиторов в проекте Лисосерма Пахунакис. В нем изучается феномен постправды, политического инструмента, при котором информация передается не с помощью объективных фактов, а через манипуляции с эмоциями и убеждениями людей. Распространенные решения здесь – использование определений с расплывчатым значением и общих фраз, привлечение к участию людей, обладающих авторитетом, создание фейковых интернет-страниц, соцсетей и сайтов. Это заключительное произведение первого отделения. Тексты композиторов о пьесах можно найти на нашем сайте. Для этого воспользуйтесь QR-кодом на экране. Алексей Наджаров за Literacy Campy, Science for People. Произведение Алексея Наджарова за Literacy Campy, Science for People, Ликбез Компания, Наука для людей, создавалось как часть коллективной работы российских композиторов в проекте Лисосерма Пахунакис. В нем изучается феномен постправды, политического инструмента, при котором информация передается не с помощью объективных фактов, а через манипуляции с эмоциями и убеждениями людей.
Распространенное решение здесь – использование определений с расплывчатым значением и общих фраз, привлечение к участию людей, обладающих авторитетом, создание фейковых интернет-страниц, соцсетей и сайтов. Это заключительное произведение первого отделения. Тексты композиторов о пьесах можно найти на нашем сайте. Для этого воспользуйтесь QR-кодом на экране. Алексей Наджаров за Literacy Compy, Science for People. Особенно, конечно, привлекает в творчестве Александра Фуфанакиса ее синтаксис. Синтаксис. Дело в том, что синтаксис.
синтаксис. А дело в том, что синтаксис этот, как правильно заметил мой коллега Вадим Кейнин, вбирает в себе черты чужого языка, языка ее далекой родины, но вместе с тем синтаксис и апокастасис. Синтаксис является для Лисасен Пахунакис главнейшим инструментом самоописания. Потому что, следя за тем, как развивается, как запутан этот самый синтаксис, как он переливается из строки в строчку, через один, от одного знака препинания к другому, из одного придаточного предложения к другому, мы все время вспоминаем этот жуткий лес, поваленный, жуткий лес, на котором 45 лет назад, над которым 45 лет назад взорвался Тунгусский метеорит, вот она блуждает по этому лесу. И вот это ее синтаксис. Это ее самоописание и саморазрушение. Саморазрушение и самоописание. Саморазрушение и самоописание. Да. У нас есть минимум элементов, с которыми мы работаем. Это ее самоописание и саморазрушение. Саморазрушение и самоописание. Работая с минимумом элементов. Это симбиоз и дихотомия одновременно. Синтаксис и апокатастасис. Минимум элементов, с которыми мы работаем. Минимум элементов, с которыми мы работаем. Потому что работа, как писала Пахунакис, велась до рождения человечества и будет вестись и после. Тогда... И наша работа с текстами Лисасерма Пахунакис. Это наше чтение, это наше углубление в ее синтаксис, и в ее самоописание, и в ее разрушение, и в наше самоописание, и в наше саморазрушение. Потому что, описывая себя через синтаксис Лисасерма Пахунакис, мы разрушаем себя и описываем себя. Разрушаем себя и описываем себя. Работая с минимумом элементов, с минимумом элементов, с минимумом элементов, с минимумом элементов, с минимумом элементов. Анабасис. С минимумом элементов. И анабасис, анабасис и апокалипсис. Thank you.
Thank you.
Начинаем второе отделение концерта. Прототипом для перформанса Ольги Бачихиной «Акустико-пространственные миражи» САП послужил историко-архитектурный комплекс «Цвингер» в Дрездене. Он был построен в 18 веке для размещения коллекции произведений искусства и исторических предметов. Двор Цвингера – одно из популярнейших туристических мест города. Он спроектирован в форме четырехлистника, что имеет символическое значение. Это метафора райского сада. В мировых религиях и культурах сад связывают с разными ассоциациями. В христианстве здесь жили Адам и Ева, в иудаизме и исламе – это место наслаждений, а в даосизме – то, где бессмертные занимаются творчеством и науками. Отдельная тема произведения – музыкальные инструменты. В сочинении звучит запись рояля из заброшенного санатория в Абхазии и цитата из фильма Джима Джармуша. Произведение создано в рамках проекта Союза композиторов России «Ноты и квоты». Ольга Бачихина, акустико-пространственные миражи, сад для виолончели, баяна, фортепиано, перформеров и электроники. Thank you.
Thank you.
мини-цикле Александра Хубеева «Нет» переосмысляется жанр песни. В сочинении он представлен как мультимедийная композиция, построенная на взаимодействии визуальных элементов с аудиальными. Важную роль в произведении играет свет, у него прописан свой ритмический рисунок. Также в процессе исполнения регулируется его интенсивность. Партия электроники основана на преобразованных записях инструментов. Электронный аккомпанемент вокалистки составляют видоизмененные тембры рок-бенда, гитар, клавишных и органа. Произведение создано в рамках проекта Союза композиторов России «Ноты и квоты». Александр Хубеев «Нет» для голоса, электроники и света. Смертельно устал!
Зовет в тишине, в тишине, в тишине, в тишине. Брат мой, брат мой! Приблизься ко мне! Приблизься ко мне! Легче вдвоем, если не сможем идти! Не сможем идти! Если уплю на пути! На пути, 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 на пути! Костя! Умрем вместе! Умрем вместе! Умрем вместе! Умрем вместе. Thank you.
свистит Маша. В названии произведения Алексея Сысоева, цитата из «Трех сестер» Антона Чехова. В сочинении произносятся и другие фрагменты текстов пьесы. В этом перформансе музыканты будут использовать различные звучащие объекты. Печатные машинки, клависы, деревянные ритмические палочки, электромагнитные реле, металлические рессоры, элементы подвесок транспортных средств. Это заключительное произведение концерта. Ждем вас на следующих событиях Центра электроакустической музыки Московской консерватории. Алексей Сысоев, «Не свисти, Маша».«Свисти, Маша». В названии произведения Алексея Сысоева, цитата из «Трех сестер» Антона Чехова. В сочинении произносятся и другие фрагменты текстов пьесы. В этом перформансе музыканты будут использовать различные звучащие объекты. Печатные машинки, клависы, деревянные ритмические палочки, электромагнитные реле, металлические рессоры, элементы подвесок транспортных средств. Это заключительное произведение концерта. Ждем вас на следующих событиях Центра электроакустической музыки Московской консерватории. Алексей Сысоев, «Не свисти, Маша».
Ой, и кто-то заболит, пожить.